Слово для приветствия я с удовольствием предоставляю руководителю Карельского научного центра, члену-корреспонденту Российской академии наук Ольге Николаевне Бахмет. Дорогие коллеги, с огромным удовольствием приветствую вас сегодня от лица Карельского научного центра. Как отметила Ольга Павловна, этот год юбилейный для института. И вот, к сожалению, события этого года наложили отпечаток на празднование юбилея. Это мероприятие является таким завершающим в этом юбилейном году. И на самом деле это мероприятие, оно знаковое, так как проходит ежегодно и собирает на своей площадке все больше и больше участников. Я пролистала программу и с удовольствием отметила, что доклады присутствуют как маститых ученых, так и совсем молодых, только начинающих свою научную карьеру. Отрадно отметить, что присутствуют в качестве основы, части этого мероприятия междисциплинарные доклады. На это сейчас обращается особое внимание. На самом деле методы других наук зачастую дают совершенно новые возможности для каких-то новых научных открытий, свершений. Коллеги, я бы хотела вам пожелать продуктивной работы, большого обмена мнениями. Да, сейчас это сложнее в дистанционном режиме, но тем не менее, жарких дискуссий, пусть они будут, самое главное, для вас толчком для каких-то новых исследований, новых открытий, новых достижений. Успеха!